Расследование обстоятельств смерти 7-летней Даши Домашенко, которую лечили от ОРЗ. После репортажа в эфире «Антенны 7» взял под личный контроль губернатор Виктор Назаров, а Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело. Историю, рассказанную в программе «Жесть», подхватили федеральные издания «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», с ними и журналисты многих других средств массовой информации. Как мы уже рассказывали, Дашу в течение 4 дней дома лечили врачи детской поликлиники, поставив диагноз ОРЗ. В результате ребенок скончался. Не смогла ей помочь и бригада скорой. По версии следствия, первоклассница погибла из-за несвоевременной и неквалифицированной медицинской помощи. Сегодня губернатор поручил министру здравоохранения Андрею Стороженко проверить качество оказания помощи Даше и в целом работу всей педиатрической системы в области. В свою очередь чиновник заявил, что какие-либо выводы делать рано, но проверка будет, я цитирую, «очень жесткой».